Снова всем привет, с вами дядя Володя Страшный. Снова строим мотоцикл, проект Белочка, и уже 38-я часть. Ну, 37-я была короткая, потому что я жрать захотел и ушел. В этой части вы узнаете, как я приварил вот этот замок вот сюда, как я усилил кронштейны крепления заднего крыла вот такими шайбами тоже. Ну, увидите, что я уже покрасил. Вон он висит, сохнет. Кронштейн заднего фонаря. Увидите, как я дополнительно еще две точки крепления здесь приварю где-то, сделаю, чтобы багажник у нас опирался как положено. Ну, еще многое чего сделаю. Вот вырежу вот эти вот штуки и приварю вот сюда их. Для того, чтобы у нас, ну, сзади крепилось как-то это сиденье новомодное. В общем, я буду заниматься, не буду отвлекаться, а потом просто вам то, что я сейчас вам рассказал, просто покажу. Может быть, не знаю. Ладно, не выдержал, покажу. Вот, шайбу приварил. Тут все сделал. Все, крючки, то все. Пятое, десятое, все становится. Все офигенно. Вот так вот. Ничего не болтается, ничего не прыгает. Единственное, большой зазор был в замке, он не подтягивал. Сейчас я беру, снял эту защелку, наварил. Можно было обрезать ее, укоротить, но я вот здесь наварил, сейчас обточу, сделаю по фэншую. Получится она, как бы, ну, в общем, получится как надо. Сколько веревочка вьется, конца все не видно, ребята. В общем, тут доделываю, переделываю, в общем, стараюсь хорошо сделать. Получается плохо. Я представляю, что если не стараться, что получится вообще. Ну, короче, вот. Здесь у нас закреплен багажник вот в этом месте. Точка крепления, там закладные стоят. А опора у него вот она будет. Это вот я из элементов, где вот такая вот ручка для... Ну, сейчас покажу. Вот с этих вот типа элементов. Ручка эта, которая только ураловская. В общем, я с них взял, вот так вот, вымерил, все. Здесь вот эта пластина длинная, видите? Я здесь дырку просверлю насквозь, М8, и болтом притяну. А здесь эта пластина короткая была, и в районе отверстия там ничего не было. Пришлось вот приваривать гайку. Сейчас я все это сниму, гайку насквозь, резьбу уберу, просверлю, и с той стороны будет гайка у нас сквозная. Ну и здесь тоже насквозь сейчас просверлю. Ну и когда багажник будет снятый, я вот здесь вот обварю все нормально, вот с этих сторон. Все, теперь багажник у нас полноценный. Я его хотел сделать опору вот здесь, чтобы вот этот пятачок вот здесь опирался. Но подумал, это будет лоховство. Что этот пятачок может выдержать? Ничего. А вот так вот он, багажник у нас съемный. Четыре болта открутили. Все, и поехали без багажника. Вот так вот. В общем, продолжаю заниматься, пока не стемнело. А, кстати, даже не то, что пока не стемнело, а пока не надоест. А надоест мне раньше, чем стемнеет, потому что я еще хочу оседлать, наверное, даже, может быть, голубушку и до Дениса. А может быть, на мобиле до Дениса сикануть, там покататься с ним по буеракам. Вот подумал, у меня это прикрученное к бардачкам спереди, крыло вот это. Думаю, дай-ка я покрепче вот здесь сделаю, потому что багажник будет там давить, здесь на бардачки воздействовать. Лучше вот здесь вот кронштейны я приварил, такие вот прислюнил. Сейчас отверстие просверлю и прикручу. И будет уже очень даже хорошо. Ну, не хорошо, но крепко. А для меня что крепко, то хорошо. Ну вот. Такие вот дела. Ну чё? Чё я тут наделал-то? Ой! Ох, что же ты наделала, как было моя серая? Ну вот, смотрите. Вот такие упоры. То есть багажник давит вот здесь вот лапками сюда. И здесь на оси качения как бы они расположены. Крыло. На крыло будет как бы нести, грубо говоря, этот... функцию нагрузки на багажник. Поэтому этот край крыла, вот здесь вот ось, будет подниматься.
Но оно у меня закреплено вот здесь, вот просверлены отверстия в бардачках. Вот там и вот там. Но этого мало. Этого мало. Помните, пила София Ротара. Ротару. В общем, вот так вот. Сейчас я закручу. На сегодня, наверное, хватит. Дождик собирается. Пока он совсем не пошел, надо прокатиться. Ну, поэтому, ребята, всем спасибо, всем пока. Сегодня я потрудился на славу. Завтра мне с утра на работу. Вот так вот. Ну, тут я еще не притянул. И этот самый хвонарик. Но уже у нас есть и багажник крепкий, и ручка крепкая, и крыло крепкое. И, в общем, все крепкое. Можем падать, кувырять и за это все подымать. А лучше не падать, не кувырять. И сиденье я, кстати, тоже сделал. Я вам уже показал. Сидушечку. Ой. Сидушечка. Где эта сидушечка? Нет, ну не сделал совсем. Что вы думали, что совсем сделал? Нет, осталось обтянуть. А так я все сварил, переварил. Все замыкается. Вот здесь теперь вот такой вот крючок. Я его наварил. Вот так вот раз. Чик. Ух ты, что-то повело, ребят. Шучу. Ничего не повело, все нормально. А может, и повело. Ну, вот так вот. Как-то так. Вот так вот все крепенько. Все. О, уженно. Вам привет от кобылы моей.